название Донин Ван. Понравилось то, что дали выступить. Это впервые фактически была презентация моего проекта перед большой аудиторией. Естественно, было страшно вначале выступать, потому что впервые растерялся, и это была самая главная ошибка моей. Нужно уметь быстро думать. Без этого ты не сможешь. Тренеры из IT-сферы самые улыбчивые были. Это меня порадовало. Потому что если нет позитивного настроя, тогда и нету хорошего отзыва. Лучайкин Максим Михайлович, меня с моим проектом назвали фермером из Кемерово. Позитив пока нормально, хорошо, от организаторов жду помощи какой-то, естественно. Ну и очень-очень много знаний. Да, я Валерий. Мне нравятся такие мероприятия, да, это здорово, то что наконец-то людей могут собрать в одно место, да, где они могут обмениваться идеями, обмениваться, получать новые навыки, сформировать свое окружение, которое впоследствии будет формировать уже тебя. Бионаномед. Организаторы. Душевные люди. Это плюс. Опыт в течение 7 дней этой недели, я думаю, получим.